Губернатор Дмитрий Артюхов поручил принять меры для снижения числа пострадавших на дорогах. Об этом он заявил накануне на заседании окружной комиссии по безопасности дорожного движения. По данным начальника окружного управления ГИБДД, в прошлом году зафиксировано 45 аварий с летальным исходом. Основная причина – несоблюдение правил дорожного движения, пишет пресс-служба губернатора. Если брать периоды десятилетней давности, то мы находимся на исторических минимумах. Но тем не менее, по сравнению с 2019 годом, рост очень значительный. Значит, мы должны самым пристальным образом рассмотреть причины, как превентивные, как когда мы можем с помощью профилактики и современных технических средств обеспечивать безопасность, так и непосредственно уже работа управления внутренних дел по усилению контроля за дисциплиной на дорогах. Конечно, много вопросов и к содержанию автомобильных дорог, то, что находится в полномочиях как региональных, так и местных органов власти. Это все так или иначе сказывается на безопасности дорожного движения. К сожалению, и начало нового года, за неполные 2 месяца уже имеем значительное количество пострадавших, в том числе с летальным исходом. Значит, работу нам необходимо всячески усиливать. Глава региона поставил задачу усилить работу по фиксации нарушений. В настоящее время на дорогах округа развернуто 52 стационарных комплекса фото-видеофиксации. В их числе 12 комплексов измерения средней скорости. Они уже работают на автодороге Сургут-Салехард. Места установки прорабатываются с ГИБДД с учетом анализа аварийности. По информации госавтоинспекции, в местах размещения комплексов число ДТП за 2020 год снизилось.